Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и у нас на летсплее сегодня игра про Машу и Медведя, так и называется, игры и активности. Есть вот у нас сначала первые игры бесплатные, а дальше нужно будет зарабатывать звездочки и еще множество игр, которые можно будет открыть. Начнем, как всегда, по порядку. Маша будет готовить пиццу, я так понимаю. Есть отдельная игра про пиццу, но у нас здесь все в одном, да? Так, смотрите, это вот показывает нам, как эту пиццу можно сделать, да? Это Маша мечтает. Так, это что? 1, 2. Ой. Нужно типа листики. Ой, а что это было? Короче, звездочек нам дали. Прикольно. А, 2 листика положить нужно было. Все, я просто эту двойку не понял. Дальше смотрим. 3 креветки. Все, теперь понял, да. И 4 перчика. Ничего себе, запоминать нужно. Так, а где здесь креветки? А вот они. 1, 2, 3. И вот кольца уже порезанные перцем. Ну, в принципе, почему кольца? Ой. А, это уже не кольца. Ничего себе, они засчитаются нам? Да, засчитались. Это целые перчины, причем по виду горькие. Да, видите, вот здесь 10 уровней сложности, я так подозреваю. Ничего себе. Итак, Маша, какую-то пиццу хотела. Так, 3 листика есть. 2 оливки. Хоть бери, записывай. И 1 грибочек. Так, тут я пока запомню. 3 листика вот. 2 оливки. Пускай так будет. И 1 грибочек. Отлично. Просто дальше, если будут нам говорить 10 предметов, которые... Видите, звезд больше за каждый уровень добавляют. То есть за каждый вот повтор 5 звездочек. То есть у нас было 3 ингредиента, значит 15 звездочек нам дали. А это запоминание тут, конечно, с первого раза все не запомнишь. Давайте пока другие активности поиграем. Может быть, здесь что-нибудь будет поинтереснее и полегче. Не, запоминание, конечно, интересное, но 10 предметов запомните, по сколько штук еще в каждом, и последовательность правильную. Это, конечно, тяжело. Давайте теперь пофехтуем, да? Займемся фехтованием. Понятно. Итак. Ой. Ой, бомба. Что, все? Так, оп. Да, понятно, что бомбу лучше не трогать. Просто я не видел даже, что они так сразу... В играх обычно бомбы там появляются немного позже. Так, смотрите, сколько мы заработали. То есть здесь как бы что, нет уровней со звездочками, да? Или есть все-таки? Где это указывается? Сейчас у нас есть 1 звездочка, нет? Ого! Ого! Либо все-таки это уже следующая звездочка, либо в чем дело? Так быстро они вылетают. Ананасик, помидорка, яблочко. Да, видите, вот 1 звездочка. Мне сейчас накинули 20. 20 этих звезд общих. Прикольно. Так, продолжаем. 1, 2. Как видим, эти звездочки зарабатывать очень даже несложно. И вроде бы времени здесь нет, да? То есть просто нужно на бомбу не напороться. Ого. И смотрите, сколько много, да? Вообще элементарно все это дело. Так, сложность 2 звезды получается. Сколько же их всего, интересно? Ого, малина полетела. Чуть бомбу не этот не тыкнул. Случайно. Помидорка, апельсинка. Ой, бананчик будет падать. Вижу. Опять смотрите, раз и... Все, еще больше звездочек. Так, класс. Класс.
Что, продолжать? Ха? В принципе, ничего такого усложненного я здесь не вижу. Ну, быстрее немного летать начали. Бомб больше не стало. А звезд, видите, какими пачками мы зарабатываем? Уже вот 500 звезд. А было вначале вообще, по-моему, 250, да? Так, ну, дальше я не хочу. Давайте с другими играми познакомимся. Тем более у нас уже есть звездочки, чтобы пооткрывать какие-то другие активности. А что это вот у нас? Инструменты. Машины. А, повторять, наверное, нужно будет, да, или как? Я не пойму. Ой. Что здесь нужно было делать? Так, нужно разобраться. Ха. А, слушать, что играет. Понял. Вот. Ого. Ну да. То есть я угадал. Клавесин, вот он. Так, дудочка. Просто, когда буду давать за это звезды и сколько? Ага. Так. Нет. Гармошка? Да, гармошка. Столько разных звуков. Но... Ну, вроде на гитару похоже, а вроде не гитара. А, все-таки гитара, тю. А, ну вот эти вот. Не видно, что там у меня в руках. Колокольчик, да? Ага. Тут не промахнешься. Когда же будут звезды? Походу, наверное, никогда. А ну-ка. Да, видите? Звезд нам не насыпали. То есть это просто мы... Играем, как бы. Просто играем. О, а вот это вот снежки, льдинки, интересно. Что здесь? Ну, давайте. А, это вот, понятно, выбивать. Вот эти, ну, и правда, льдинки разноцветные. А, не видите, это не просто их выбивать там на время, а, как вот бывает, там, бьешь их и бьешь. Пока не добьешься, а тут вот они опускаются. Если они опустятся очень низко, то проиграл. А у меня что, одна жизнь всего? Вон, одно сердечко. Ой. Как-то пока непонятно, чего здесь напридумывали. По идее, детская игра, как бы тут не должно быть. Мега, все сложно. То есть даже все не нужно выбивать, только определенное количество выбил, и уже другие появляются, да? Но опять же, а где в этом всем приз? О, отлично. Ой, я засмотрелся, как они исчезают, и чуть не пропустил шарик. Интересно, почему всего одно сердечко? Ничего у нас не выпадает. О, а что это? Интересно. Хотел взять и... А, все, нет одного сердечка. Видите, как обидно. Вот, все-таки появилось. Хотел эту штуку взять. Наверное, расширение этого, ну, моей этой планки, которые... Деревяшки со снегом, которые я отбиваю. Рядом прям было. Эх, обидно. Слишком близко были льдинки. Не успел. Наверное, до 100 очков дойду и хватит. Так я и не понял, что здесь еще можно делать.
обидно. Ой-ой-ой, опять вот. Ай, хочу. О, что это, не знаю. А, больше, видите, стало этот. Ничего себе, гляньте. Вот это пошло дело. А снежка большая, интересно, навсегда? Нет, не навсегда. Ну вот, как бы и увидел хоть что-то прикольное, да? Уже когда полчаса переиграл. Хватит, я думаю, с меня. О, как он хорошо там летает. Как же можно остановиться? Ха-ха, гляньте. Все само сделало за нас, да? Обалдеть. Все, 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 хватит. Давай я проиграю. Давай, давай, раз. И я опять проиграю специально. Вот, нам дали 651 звезду. О, тут тоже можно звездочки зарабатывать, причем очень даже классно. Супер. Так, Маш, ты иди. А вот Маша появилась, и там дальше у нас Маша-сыщик. Стоит это 150 звездочек. Давайте откроем. Ага, сыщик, то есть поиск предметов. Нам нужно найти предметы, да? Итак, заварник есть. А, причем на его место появляются другие сразу, да? Грамота какая-то. Так, а это у нас Мишка. Сидит с ним рядом такая медведица, а он в телефоне. Так, скатерть. Медалька там вот вижу с ручкой самовара. Вот с другой стороны, в принципе, тоже часть скатерти. Где-то я такую фотку видел. Диплом еще один. Диплом. Вот он. Все новые-новые предметы даются. Так, часть гитары. Вот она. Когда же закончатся уже новые предметы, чтобы можно было низ, те, которые пониже, заняться. Вот еще одна грамота. Так, а это... Фотка. Что это такое? Не вижу. А, часть печки вот. Какая-то из них. Вот. Ха, хрюшки на полке. Так, медальки висят. Что это? Еще одна часть гитары. Блин, столько всего. Нам решили вообще все полностью тут показать. Вот что-то здесь вижу, а что не пойму. Часть книги, я не знаю. А, с другой стороны, может, отдать другие предметы пока искать. Так, оно шло, все интересно. Так, вот, часть ножки, да, стола. А-а-а. Вот телефон Мишкин. Мишка, ты попался. Нашли мы твой телефон. Так, часть книги. Ха-ха-ха, нос медведицы. Так, вот рядом здесь сразу... Еще там какая-то грамота. Чашечка. Сколько предметов, ничего себе. Их так прям уже пускают все. Бесконечно, да? Я думал, там на уровне будет их штук 5 там предметов найти. Оказывается, больше. Так, буква С. Вот еще одна чашечка. А эти даже не все нужно было искать. Ну, не так уж много дали за этой звездочек. Что прям так сказать. А, видите, картинки разные, то есть... Каждый раз картинки меняются, это интересно. А то если все время одинаковое было бы совсем неинтересно, да? Так, ну что ж, друзья, мы с вами 5 мини-игр рассмотрели. Впереди нас ждет еще множество всего интересного. А на это нужно будет зарабатывать звездочки. Я этим займусь самостоятельно, все сделаю. Ну и в будущем обязательно остальные мини-игры рассмотрим. Если вам нравятся Маша и Медведь, игры про них, не забудьте поставить лайк под этим видео, а скачивайте ее себе, оттренируйте память, внимание, мышление, в общем, прокачивайте скилл. Ну и оставайтесь с нами, пока-пока.